Повторяю, Джамалат, уважаемые братья, уважаемые сестры. Рамадан – это месяц терпения, месяц доброты и милосердия. Любой, кто в этот месяц дает пищу постящемуся, получит прощение за свои грехи и спасется от огня Джахеннама. Пусть Аллах, Раббель-Изза, поможет нам в этих благих делах. Альхамдулилляхи Раббель-Алямин. Все мы из тех людей, которые делают таваккаль, положившись на Всевышнего Аллаха в наших делах, стараемся соблюдать положенные Всевышним Аллахом Раббель-Изза, выполнять сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В эти благословенные дни месяца Рамадан проходят благотворительные ифтары, люди совершают много благих, добрых деяний. Альхамдулилляхи Раббиль Алямин. Пусть Всевышний Аллах Раббиль Изза примет все эти благие дела, и эти награды мы с вами увидим в судный день, иншалла рахман, в наших книгах деяний. Пусть они будут дарованы нам с правой стороны и наши дарованы правой руки. Аминь. Пусть Аллах Раббиль Изза будет доволен от нас всех. Мы команда творческой инклюзивной студии «Эмоция». Наша основная деятельность – это создание инклюзивных спектаклей. И инклюзия для нас – это взаимодействие людей с инвалидностью и без на равных. И вот мы стоим за такие идеи. Да, депрессия, она может быть, кстати, и это тоже нормально. И разные состояния, но творчество нас открывает, в нас какие-то другие резервы. То есть это добровольческий проект и для участников. И также мы не продаем билеты на наши спектакли, то есть переворачивая вот эту модель, и мы говорим о том, что люди с инвалидностью тоже могут быть благодарителями. И сейчас наша Алина прочитает стихотворение из спектакля «Что я помню о себе». И огромное спасибо вам за приглашение, мы всегда рады быть с вами в такие дни, приходить и... Для нас это важно, спасибо. Нинта рамка, лада, лугманда, баланда, ой, нима, шама, як текен, буганда, илькели хэм сие, кляшна, як тесе, аж була дымига чечетвер пофисе, тик дымарам бик кыска, барават бір кынгыны, бул як шарен жетме, хэм тиме син мина. Спасибо. Наши гости очень талантливые. Давайте скажем машаллах. Повторите машаллах, чтобы не сглазить. Арима, субханаллах. Пустимся. Вот. Ну, всегда рады приходить, и я ребят настраиваю на выступление, потому что тут такой формат, и хочется просто заявить о себе то, что мы существуем, мы работаем, мы творим, и это очень ценно, и для ребят тоже хорошо, и для всех людей, потому что неважно, у тебя есть инвалидность или нет инвалидности, творчество, оно всех соединяет. Огромное спасибо. Здесь всегда очень вкусно, всегда внимание оказано, и всегда вот нас принимают как самых дорогих гостей.